Всем привет, кто пришел на мой канал. Кто-то из подписчиков просил показать телефончик Nokia 3330. Есть со старых запасов, еще когда только торговал телефонами без всяких ремонтов. Это телефон в оригинальном корпусе, не винченый, не крученный. 3330, вот эмейка, смотрите, 0214. В довольно хорошем техническом состоянии для его возраста. Можно его прошить на русский, я этим не занимаюсь. Вот такая вот сзади крышечка. Минимальная потертость. Ну, поехали, любимый. Так, аккумулятор не знаю, как поведет. Вот наши руки Nokia. Чуть-чуть сделаю засвет, чтобы было виднее. Пожалуйста. Такая вот доставка интересная. Connecting People. Nokia. Так. Клавиши все работают. Все отлично. Давайте теперь по менюшке. Телефонная книга. Русского нету, так как европеец. Инбоксинг. Видите, что вот смски только на английском. Русский, украинский не поддерживает текст, поэтому говорю сразу. Это просто будет как звонилка, если умеете перепрошивать. Вперед за орденами. Я не хочу этим наморачивать себе голову. Так, есть голосовой чат, есть кому мы звонили, кто нам звонил. Есть мелодия. Громкость хорошая. Есть вибро. Так, далее. Настроечки. Звонки. Фон. Стандартный набор для европейца. Далее. Security код. И Restore Factory Setting, это сброс на заводские настройки. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, это стандартный ввод для Nokia, запоминайте. Далее, перевод звонков, переадресация. Есть у нас игрухи. Наша змеюка вторая в черно-белом изображении. Ну, тут видно выровнен. Так, High Score 592. Option Level сделали самый огромный. Так, вообще, самолет, ладно. Space, это у нас кораблики летают, стреляют, очень интересная игра. Так, это вверх, это вниз. Какая-то стреляет. Троечка, ну ладно, не буду заморачиваться. Калькулятор есть, два option. Это два option, так, четыре работает. Часы, профили и сервисы Nokia. Пожалуйста, все работает отлично. Давайте попробую пробить лайфтаймер, если получится. Если нет, значит, смотрите, мейку вы видели. Сейчас пробьем 0214, полностью все совпадает, серийка, корпус оригинальный, оригинальная плата. Ну, не знаю, ребята, на этих стариках я не проверял, потому что на них, по-моему, лайфтаймер еще или не был предусмотрен, но он не работает. Вот его, 0214 серийный номер, 07-02 его сделали, и все. А, нет, есть лайфтаймер, вот в этом уже есть, 48 часов. Чистый немец, европеец, прошивка, не крученный, не венчанный, без пробега по Украине. Шипованная резина прилагается. Ладно, шучу. Вот такой телефончик вы получаете за небольшие деньги. Если нужен дополнительно зарядный оригинальник, он идет за дополнительную плату. В комплекте вы получаете телефон и АКБ Nokia. Удачных покупок!